Так, ну и возвращаемся мы к Toyota Land Cruiser. Грунтик высох, наступил следующий день. Как я и говорил, мы будем завтра красить. Вот он, прошел день. Сейчас, для того, чтобы перечистить грунт качественно, мы работаем на сухую на данный момент. 240 под колодочку мы делаем форму, потому что там много слоев было, под машинку будет некрасиво, черный цвет. Под колодочку мы выточим 240, перейдем под мягкую колодку 320 и закончим 800-кой на мокрую. Так, почему на мокрую 800-кой? Ну, захотелось мне 800-кой закончить на мокрую, после 320 под мягкую подложечку, под колодочку, я не под машинку, потому что не хочется сделать протиры, машина дорогая и хочется сделать качественный ремонт. Так, ну, что еще хочется сказать? Сейчас я возьму колодочку, сделаю форму, вам покажу, как это получится. И потом будем перебивать рисочку. Так что смотрим. Сегодня я будем красить. Так, ну и вот он, бампер с Toyota Land Cruiser готов. Перешкурил я 240 под палочку на сухую. Потом 320 на машинку с мягкой подложечкой и 800 на мокрую с водой. Почему на мокрую? Не хотел попротирать, потому что машинкой, когда 400 начинаешь перечищать, можно попротирать везде. Бампер с Toyota, хотелось сделать хорошо, досконально, клиент очень смотрит на мельчайшие изъяны, так что нужно было сделать качественно. Так, ну и давайте теперь посмотрим. Красочку я уже развел. Взял я 300 грамм краски. Развел и налил 150-160 миллилитров разбавителя, и у нас получилось 450 грамм готовой краски. Ну и давайте я вам покажу сейчас его. Вот он, бампер без протирчиков, все хорошо, все идеально. Краска должна крыть хорошо. Ну, начинаем обезжиривать. И начнем красить. Так, перед покраской берем липкую салфетку и вытираем. Желательно делать это с воздухом. Наносим первый слой пасты. Thank you.
наносим второй слой базы. Так выглядит после двух слоев базы. Еще раз перекрыть и все. И, конечно же, не пропускаем лак. Самое интересное — это лак. Итак, наносим первый слой лака. Сначала проходим торчик. Thank you.
Даем выдержку 8 минут. Флаг Сикенс. Ну и давайте посмотрим, как же получился бампер. Шикарно, шикарно. Как-то так получился бамперочек. Мне понравилось. Выкрас хороший получился. Завтра, если где мусоринка, подполируем, поставим на машину. И машина уедет. Клиент заберет счастливый, довольный, с улыбкой помчится покорять дороги на этой машине, обратно ловить камни и потом обратно ехать к малярам. Так что не забываем, подписываемся на канал, просматриваем видео, ставим лайки. Все, всем пока!